Луковица гладиолуса бомбина Мишель, яркие многолетние цветы для оформления клумб и дачных участков, а также для выращивания под срез. Кусты могут достигать до 60-90 см в высоту, поэтому подойдут для формирования живых изгородей. Период их цветения наступает в конце лета, в это время они приобретают наиболее декоративный вид. На длинных цветоносах формируется до 8-10 бутонов. Лепестки махровые, отличаются необычной расцветкой. Они кирпично-красные вдоль края и светло-желтые в центре. Растение эффектно смотрится в объемных праздничных букетах и хорошо хранится после среза. Гладиолус бомбина Мишель – это многолетнее растение. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.